Итак, ансамбль солистов классика «Нова». Михаил Штанько – гобой, Татьяна Лавина – флейта, Петр Никифоров – скрипка, Тимур Воротников – скрипка, Зоя Неволина – альт, Александр, не помнящий, виолончель, и во втором отделении у нас будет Леонид Бакунин – контрабас. Иоганн Себастьян Бах. Кантаты ко дню рождения принца Кристиана Саксонского для флейты, гобоя и баса континуума.